Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Адыгея реализован комплекс мероприятий, направленный на изобличение противоправной деятельности двоих местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, а также 17-летнего подростка. По данным оперативников, все они причастны к незаконному обороту запрещенных веществ. В конце мая текущего года оперативники профильной службы ведомства получили сведения о том, что подельники планируют наладить в республиканском центре сбыт синтетических наркотиков. Вскоре эти сведения подтвердились. Для пресечения незаконной деятельности указанных лиц наркополицейские разработали и провели специальную операцию. В ходе нее всех троих фигурантов задержали с поличным в одном из микрорайонов Майкопа. Полицейские изъяли у подозреваемых, а также в автомобиле, принадлежащем одному из них, более 30 пакетиков с неизвестным порошком. В дальнейшем полицейские также установили места тайников заклада, которые они сделали накануне задержания. Там обнаружено еще более 20 свертков с аналогичным содержимым. Согласно заключению экспертов-криминалистов МВД по Адыгее, изъятым оказался мефедрон общей массой около 90 граммов. Выяснилось, что фигуранты планировали реализовать его бесконтактным способом с использованием сети интернет. В отношении задержанных лиц следственным отделом по городу Майкоп по Следственному управлению Следственного комитета России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производства, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В Доме правительства Республики под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось заседание антинаркотической комиссии. МВД представляли министр Олег Бесмельницын и в РИО начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Рустам Нахушев. На повестке дня рассмотрены вопросы профилактики наркомании в образовательной среде, деятельности учреждений культуры в системе противодействия незаконному обороту запрещенных веществ. По информации республиканского МВД, за 5 месяцев текущего года сотрудниками полиции Адыгеи выявлено 110 преступлений данной категории, 49 из которых связаны со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 1 килограмма 300 граммов веществ растительного и синтетического происхождения. Отдельно участники заседания обсудили вопросы профилактики наркомании в Кашихабльском и Тахтамукайском районах. Глава Адыгеи поручил в период летних каникул активизировать антинаркотическую работу с участием системы образования, здравоохранения, культуры и спорта, в том числе с использованием соцсетей.